Und in Venedig nicht. Also wir haben alles richtig gemacht. Здравствуйте, дорогие мои зрители, соотечественницы в основном. Вот я сейчас рядом с другим пятизвездочным отелем, который я сейчас хочу вам показать. Я только что прошла пляж для собак. Здесь, в других местах, собакам не разрешено быть на пляже. Потому что, как говорят, что от собак идут какие-то паразиты. Я не знаю, потому что у меня на сегодняшний день нет собак никаких. Они у меня были по молодости, когда жила в Москве. По имени Тайсон, американо Стаффорд Терьера. Вот. Сейчас я хочу показать вот это отель. Второй пятизвездочный бутик-отель, где есть очень хороший спа. Но вот почему-то у них вот этот вот садик перед лужайкой, перед отелем, не очень-то прямо красиво оформлено. Вот сейчас я заметила, как будто все заброшено. У них что, нет садовника? Фалкенштейнер. Фалкенштейнер. Премиум коллекция, да. Вот она, пляж, пляжи. В Лидо Диезело. В этом районе строится очень много новых домов, новые палаццо. Смотрите, видите? Это все новые палаццо модерна, которые строят каждый день. Каждый день строят и строят. За 20 лет построили столько новых палаццо. И все это продается со своими бассейнами, со своими пляжами, со своими лежаками на пляже. Приватными. Все дома в Лидо Диезело имеют свои приватные. Сейчас я зайду в бар, надену вот это вот и покажу вам, какой у них тоже очень классный спа есть. Даже диджей есть. Хочу вам показать, какой у них красивый холл. Народ до сих пор есть. Сегодня вторник. Вот этот вот тоже палаццо очень дорогой. Один друг здесь хотел покупать квартиру и очень доволен, что не купил, потому что немножко далековато от центра. В конце концов, он купил квартиру в Доуторе, который на Пьяцца Драго, самый высокий дом. Самые два высоких дома-близнеца. Бонжорно. Вот такой вот холл. Все в стиле модерна. Наверху был спа. Не знаю, открыли спа или нет. Я сейчас спрошу. В ресепшн. Вот он был. Beach Club. Смотрите, какие красивые цветы. Это орхидеи. Настоящие или нет? Да, настоящие. Их повесили на деревья. Как красиво оформили. Очень интересная композиция. Там ресепшн и другой выход. Это я не буду показывать. Смотрите, какие красивые. Везде, во всех пятизвездочных отелях, это Миссони.
эспадрильес. Одни и те же эти выставки в этих Бурато, во всех холлах. 209 евро сережки стоят. Во всех холлах эти одни и те же выставки. Вот комната, чтобы, наверное, подключиться к интернету. На всякий случай я спрошу, у них спа, у них открыли или нет. Может быть, еще не открыли. Сейчас поднимусь. Лестница деревянная. Пока будем смотреть на соседний дом. Я один раз была здесь в спа, когда еще открыла.